Землетруса запуск, зомби запуск, крыло запуск, лос спираль и X-ускоритель. Все эти приемы мы знаем из аниме Beyblade Burst. Но возможно ли их повторить в реальной жизни? С вами Антон Лимон. И это моя рубрика «Повторяем приемы из аниме». Уже вторая часть. Вы набрали очень быстро лайков. Извините, что, конечно, долго так не выходила вторая часть. Вот. Были проблемы. Короче, мы сегодня повторим снова 5 запусков. Если на этом ролике набирается 50 лайков, выйдет третья часть уже со вторым сезоном. Вот. Но вы не забудьте поставить лайк. А я начинаю. Первый прием, который мы должны повторить, это X-ускоритель Storm Sprite. Прикол в том, что, ну, типа, я должен запустить, получается, резко вот так запустить его, и Sprite должен разогнаться и начать сильно гонять. Мой соперник Шу будет Lost Lunar. Это был прям... Он даже не разогнался. Давайте попробуем еще раз. Кажется, можно считать, что X-ускоритель получился. Тут уже не... Ну... Как бы Sprite'ом разогнался, ударился, так что X-ускоритель сделан. Следующее, что нам надо повторить, это землетруса запуск. Это, можно сказать, быстрый запуск, только в виде с Dark Doomsizer. Типа, мы запускаем под наклоном, он начинает вот такую траекторию. И он должен попытаться взорвать соперника. Unicorn и Doomsizer. Что-то пошло не так. Unicrest. Doomsizer. Ну, не знаю. Юникрест. Давай. О, нет. Блин. Минус Doomsizer. Это значит, что мы не можем повторить прием. И я считаю, что, ну, прием не получается в этот раз повторить. Рип Doomsizer. Следующий прием, который нам надо повторить, это зомби-запуск с Джармантором. В чем прикол? Мы запускаем Джармантор, он начинает идти в центр. Соперник должен его ударить, он должен чуть-чуть пошататься и вернуться обратно. Ну, то есть пошататься и снова стать стабильным. Вот. И он, вот, то есть так шатается, а потом снова стабильным. Соперник файзер. О, и все, восстановился. Все, зомби запах сделан. Чармантор чуть пошатался и восстановился снова в стабильнее. Но проиграл. Ну ладно. Ну, зомби запах был. Он типа нормально, потом чуть пошатался и снова встал обратно. То есть нормально. Следующее это крыло запуск. Это с Валькирией снова. То есть прикол в том, что Валькирия должна, ну, гоняет со всей дури и бьется об стены, и еще вот, ну вот, гоняет и бьется об стенки. Как я, ну, типа. Удар, 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 удар. Ну, как-то так. Это сложно объяснить. Давайте соперником будет Харасу. И Выскозапуск! Выскозапуск!
Харасут. Выставлю. Харасут. Бантри. Харасут. Пытка запуск. О, крыло запуск. Харасут. Валькирия. Харасут. Вальтрек. Харасут. Валькирия. Да, 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 да. Фух, все, есть. Крыло запуск. Давай. Все. Ну, тут крыло запуск сделан. Не взорвался, конечно, но крыло запуск сделан. И финальный на сегодня. Lost Longinus. Lost Спираль. Это сложный прием. Почему? Потому что Луи должен сорвать при первом же касании с Бэем, сделать взрывной финиш. Его соперником будет Виктори Валькирий. Басто! Это был взрыв. Это был взрыв. Ну что, народ, сегодня было намного легче мне и быстрее сделан эти все приемы. Сегодня у нас глобальная потеря, ну, серьезная потеря, минус Dark Doomsizer. Не знаю, напишите что-то, ну, типа, я очень сильно расстроен, минус один из крутых боев. Вот. Ну, а с вами был Тальмон, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Набираюсь 50 лайков или 50 подписчиков в моем телеграм-канале. Выходит третья часть с боями эволюции. Вот. Всем удачи. Всем пока.